То есть, ну, видео. Вербунг, ну, вербунг. Окей. Это у них бар. Такие вот напитки. Ну, конечно, бар более цивильный, чем у нас. Вот такой вот прелесть. И тут напитки под замком, но видно, что это класс. Выход какой красивый. Вот тут у них дискотеки проходят. Вот так решила вам снять соседний. Да, здесь Nachbarschaft. Von Strand. Von uns. Здесь тоже все проходит. Дискотеки, дискотеки. Разрешили мне снимать. Я сначала думала, что мне не разрешат снимать. Вот это, наверное, все за отдельную плату здесь. Ну, вам будут обслуживать по полной программе. Как красиво. И so schön. Aber müssen Sie wahrscheinlich extra zahlen. Ja, sowieso. Extra. И mehr. Ein Ausgang. Можете отдельно, естественно, заходить в море. Вот такой вот спуск здесь. Видите, даже меня учат, как мне надо снимать. Охрана отеля на пирсе. Сначала думала, он меня выгонит. А потом мне же просто снять. Нет, они доброжелательные все. Alle freundlich hier. Alle sehr freundlich hier. Das ist so eine Werbung. Warum nicht? Это же для отеля хорошо. Это душевые. Можно помыться. И вот тут уже бесплатно, естественно, лежаки, которые принадлежат к отелю. Делайте, что хотите, целый день. Данке. Сказала ему спасибо за то, что разрешил мне снять этот пирс со всех сторон. Какая прелесть. Такой люксусный пирс. Sehr schöner Platz. Oh. Там fühlst du dich auch wie extra Luxus Person. Чувствуешь себя, да, как будто ты в таком люксусном. И посмотрим, какому же отелю это принадлежит. Вот здесь тоже, смотрите, душевые. Можно помыться. А принадлежит это Blue Marlin Resort Spa. Отель находится в той стороне, оттуда люди все идут. Я сейчас пройду, посмотрю. Вот тут тоже лежаки. Но это уже к ним. Пляж принадлежит. Но пляж почему-то не такой большой у них. Пирс шикарный. А вот пляж маленький. Сейчас мы посмотрим. А где же отель? Здесь у них туалеты. И переодеваться можно. Здесь, мне кажется, да, они берут полотенца. Сдают карточки, берут полотенца. А, это, наверное, есть вход в этот отель.
И уже отель находится с той стороны. Я сейчас просто пройду и посмотрю. Интересно мне просто, почему вход у них не прямо, как у нас. Спасибо. Хоть ножки мне помыл. So ein guter Service. Вот тут такие красивые лампочки. Они, наверное, вечером очень красиво горят. Но входа нет. Вход, значит, получается вот с этой стороны. Или же... Я его не нашла. Потому что если повернуть сейчас налево и пройти метров 150, будет уже наш отель. Это я уже за территорию вышла. Там уже наш отель Сапфир. Смотря на каком языке говорит, туда выходы к магазинам, а на аутлет. Если дальше пройти в центр города, можно попасть. Тут идут отели, тут. Я думаю, что это вот этот отель. Но очень странно у них. Да, вот он. Вот он, это бич от этого отеля. Получается направление от бич-отеля. И отель, наверное, находится где-то здесь. Это получается, значит, не на первой линии стоят. Вот. Отели. Это получается, значит, уже это отели второй линии. А вот это, наверное, есть отель, которому принадлежит этот пляж. Но выход, конечно, это надо выходить, а потом идти пешком до такого очень люксерьезного места. Also, da müssen Sie alle in zweiter Linie stehen, diese Hotels. Von diesem Platz, da müssen Sie alle zu Fuß gehen. Da gerade ist diese Platz, geht dann wieder zurück. Also ich wollte Ihnen nur zeigen, dieses so schöne Platz. Aber Platz ist nicht schlecht. Nur ein bisschen zu Fuß laufen. Wer will, kann machen. Так что, если кто хочет, это находится в Конаклы. От Алании 10 километров, где мы находимся сейчас. Так что можете побывать здесь, если у вас есть интересы, желания и возможности. Всем желаю хорошего дня. Надеюсь, вам понравятся обзоры. Кому-то пригодится. Пока-пока.